Маленькая жительница Черногорска нужна помощь телезрителей. Саша Сухачева родилась с пороком сердца. Ее жизнь вот уже почти 6 лет поддерживает кардиостимулятор. Однако пришло время менять прибор, а на это нужны деньги. Всем, кто хочет помочь девочке, нужно отправить смс со словом «дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Саша, все, остановись. Саша Сухачева очень активный ребенок, она всегда в движении, но временами попросту валится без сил. И в последние месяцы, по словам ее бабушки и опекуна Людмилы Сухачевой, это стало происходить все чаще. Во-первых, она очень сильно устает. Во-вторых, если у нее какая-то нагрузка, у нее одышка. Плохо ночами стала спать. Ну и нервная, конечно. Нервозность такая вот у нее появилась. Симптомы начались прошлым летом. Бабушка повела Сашу на прием к кардиологу в республиканскую больницу. Врачи услышали шумы в сердце и посоветовали срочно проконсультироваться в Томском научно-исследовательском институте кардиологии, где Сашу 5 лет назад уже оперировали. Выяснилось, что батарея кардиостимулятора на исходе. Вдобавок сломался электрод в сердце. Вердикт врачей – нужна новая операция. Девочке необходима имплантация электрокардиостимулятора с гиперкардиальными электродами. И только такая операция позволит предотвратить развитие дисинхронии и нарушение сократительной функции сердца. Она жизненно необходима ребенку. Дома Саша Сухачева рисует открытку к 8 марта с поздравлением своему воспитателю. Она любит ходить в детский сад, любит играть с детьми. Играем иногда в спортзал, и зарядку делаем иногда по спорту. Ставят предплечье, и мы бежим по ним. Мы были в Томске, и нам сказали, что у нас осталось очень мало времени, поэтому очень большая просьба телезрителям, тех, кто нас видит и слышит, помочь нашей проблеме, собрать деньги на нашу долгожданную операцию. Стоимость операции 600 396 рублей. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Русфонд.ру» соберут большую часть суммы. Не хватает 12 тысяч. Собрать их помогут жители Хакасии. Для этого достаточно отправить на короткий номер 5542 смс со словом «дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Android теперь могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи на сайте Русфонда. В Томском НИИ кардиологии ждут Сашу. Как только необходимая сумма будет собрана, ей сразу же сделают операцию. Виктор Лушников, Сергей Казьмин, Антон Новожилов, Вести Хакасия.